от него маленько, и потом тебя сейчас призову. Вот, призвал. О! Он меня чпокнул! Что? А как он уворачивается? На кнопку. Серьезно? Я вообще ему ни разу не попал, хотя попал. Да я завершу дело. Сейчас он тебя убьет. Кого он там убьет? Да я завершу дело. А если он тебя убьет? Да не убьет. Не трогай его, я сам с ним разберусь. Да блин, он сейчас тебя убьет. Да не убьет, вот он уже, готовый. Или меня убьет. Давай в стойку к нему встанем. Какую-нибудь стойку. Не трогай его, мне его жалко. Он встал в ступор. О, я его добил. Там умер? Да. Ты пожертвовал собой ради меня? Нет, ради себя. Все ради себя, малыш. Вот. Ставь знак, говорю. Поставил. Бабил. Давайте буду задавать вопрос про Великую Отечественную войну. Да я год ты ее не помню. Серьезно? 45-й. Давай. Начало Великой Отечественной войны и окончание. Закончил в 45-м, начал в 42-м. Нет. Тогда не знаю. Началась в 41-м. В 41-м? Да. А дата? Начало окончания. Не ебу, сентябрь какой-то там, что-то, по-моему, или июль, или июнь. Ну, июня. 22 июня, 4 часа утра. Зачем так точно, ты знаешь? Не знаю. А чё, я тупо... Окончание Великой Отечественной войны. Кто? Окончание. Декабрь, по-моему. Ёб твою мать, дебил, 9 мая, сука! А-а-а, фига себе, тут есть логика. Пиздец. Ваша мама. Где враг-то? Я потерял врага. Ко мне вторгся чувак еще. Блин, я поставил, переставил, знаю. Давай. Следующий вопрос. Так, какой город оккупировали фашисты? Ленинград. Вау. Ты голова? H2. H2O. Или просто добавь еды. На этом все. Или что? Так, ну я еще думаю. Так. Ну блин, если ты даты, блин, не знаешь, то и, блин, сами эти ты не знать ты не будешь, поэтому нет смысла. Есть такое. Давай другое что-нибудь. Даю. Например, самая большая страна в мире. Америка. Нет. Россия, нация родная. А самая маленькая? Что там, ищ-бищ-пук-пук.
Ильзебук. Ва. Динди. Вати. Кан. Да. Назови мне столицу России. Америка. Серьезно. Евразия. Москва. А столица Америки? Вашингтон. Поставил знак? Да, уж давно. Чуть не похож. Где находится юг Африки? На юге Африки. Ну, вот. Назови мне самое глубокое озеро в мире. Байкал. Когда отмечают Всемирный день Байкала? Когда я захочу. 1 сентября. Чё, реально? Я не знаю, зачем я это запомнил. Ой. Ну или я это где-то слышал. Это не точно. Крутой. Тоже ничего такая. Куколка. Тварь. Дебик, что ли? Ну как он пробил мой щит, слышь? Нас ждет огонь смертельный. И все ж бессильно. Понял? Ебаная локация говна. Жопу подставлять не надо. Срака. Макафол. Макафол. Убери кристаллу. Он мой. Ух ты. Смотри. О, у тебя упал их биба. Мне своих хватало. Если бы хватало, то не дали бы как мне. А ты у нас умный, что ли? Помню, некоторых были. Ой-ой-ой, чё тут меня убивают. Я твой защитник. Прислужник.
Ты чё, крутишься? Работаю. Крутяк. Давай тест из жизни. Ну. Как звали учителя по... Как звали нашего первого школьного учителя? Елена Анатольевна. Ничего себе, как ты запомнил. Ее нельзя забыть. Это точно, блядь. Сука, как она меня бесила. Как звали нашего второго главного учителя? Елена Анатольевна. В натуре. Ой. Прилетел в говно. Ладно,